Приветствую всех на моем канале. Давно меня просят показать лицо, как я выгляжу. Вот так, в принципе. Сегодня видео будет про альтернативную энергетику. Вот. У меня есть солнечная батарея и ветрогенератор. Вот. Сейчас я покажу, как это у меня все устроено. На днях я собираюсь снять ветрогенератор с мачты, для того, чтобы сделать ему ревизию, так как уже полгода я к нему не заглядывал. Вот, сейчас покажу ближайшие. Вот у меня организовано вот такое вот автономное освещение. Оно работает от 12 вольт. Дальше в видео я расскажу, как оно устроено, это все дело. Так, сейчас я выйду на улицу и покажу свою солнечную батарею и ветрогенератор. Солнечная батарея и ветрогенератор. Ветрогенератор сейчас зафлюгирован. Практически летом я ним не пользуюсь, так как очень много солнца и попусту гонять его не стоит, в принципе. Солнечная батарея у меня с трекером. То есть она целый день идет за солнцем. Вот. Солнечная батарея моего собственного изготовления. Вот так выглядит моя солнечная батарея. Как я говорил, она собственного производства. Элементы на Алиэкспрессе куплены набором. Вот 4 элемента остались из комплекта. Один, правда, я расколол. Сделано по принципу: на стекло наложены элементы. И залито это все компаундом. Компаунд специально я покупал у какого-то форумчанина, тоже с сайта по альтернативной энергетике. Компаунд хороший. Залит он где-то слоем в районе около 10 миллиметров. Сделана алюминиевая рамка. Стекло четверка полированное. Вот. Сверху, вот здесь, если ближе, подтяну сейчас, вот видите, в корпусе, короче, корпус это использована стопочка прозрачная. Там сделан датчик трекера. Датчик полностью аналоговый, то есть по типу мост. Вот. Конструкция собрана по принципу. У меня была старая спутниковая антенна. Вот, в диаметре 1,30 м. Я ее снял, а вместо нее изготовил такую рамку, в которую вставляется сама солнечная панель. Вот, если ближе посмотреть, видно рамку, на которой стоит солнечная панель, и сам актуатор, то есть устройство, которое двигает солнечную панель по азимуту, или как там правильно называется. Поправьте меня, если что-то неправильно сказал. Вот. Сейчас солнце немножко забивает, плохо видно может. Ну, в общем, как-то так. Вот. По ветрогенератору. Он сделан у меня из колеса от инвалидного кресла. Оттуда выкинут редуктор. И обустроено. Диаметр его 1,80 м лопастей. Лопасти дюралевые. Вот. Хвост подпружинен просто. Скоро я буду его снимать, как я говорил, и покажу его в разборе, как он выглядит. Вот. Также стоит измеритель скорости ветра. Вот. Вот так вот устроена мачта на землю. От солнечной батареи и от ветрогенератора сходятся ко мне в мастерскую. Из ветрогенератора спущен провод, то есть трехфазный. У меня три фазы приходят с ветрогенератора к вот этому блоку управления. То есть диодный мост, выпрямитель стоит уже в этом блоке. Вот на данный момент, сейчас вот 5:30 вечера. Вот. Вот солнечная батарея выдает 6 ампер на данный момент. Вот работает на балласт. Вот если видно, светится лампочка балласт.
Балласт у меня сделан двухплечевой, то есть один балласт включается при напряжении 13,8 вольта, другой балласт включается при напряжении 14,4 вольта. То есть для того, чтобы аккумулятор не загонять постоянно на максимум, оно шунтирует. То есть если солнца мало, то работает на 13,8 вольта. То есть сейчас на улице где-то около 32 градусов жары, из-за этого ток около 6 ампер. Есть, когда на улице прохладно, градусов 10-15, тогда она выдает 8 ампер. Вот. Ветра сейчас нет, то есть анемометр показывает 0, ветрогенератор напряжение показывает 0. Вот. Что у меня сделано в этом блоке? Вот, у меня здесь есть кнопочка «Хвост». У меня на гидрогенератор подходит еще один провод. И разной полярностью я управляю самим ветрогенератором, то, что у него находится внутри. А внутри у него находится реле, которое я могу переключать. Или треугольник, или звезда. Вот, то есть ток заряда. Это я включаю треугольник. Посередине это звезда. Если в эту сторону нажму, и нажму кнопку «Хвост», разложится хвост. То есть у меня там сделана специальная защелка. Когда сильный, очень сильный ветер или сильные порывы, он под нагрузкой просто складывается и защелкивается. То есть его не рвет, постоянно не ломает. А когда ураган заканчивается, я просто нажимаю кнопочку, он раскладывается и все. Ну, кнопка «Стоп» — это понятно. А здесь начало заряда. То есть, если у меня слабый ветер в районе 2-3 метров в секунду, ветрогенератор выдает в районе 7-8 вольт. И если я включаю вот эту штучку, вот этот переключатель, там у меня стоит DC-DC преобразователь, то есть с постоянного в постоянное, и повышающий. И я поднимаю напряжение, то есть на выходе выставлено 14,4 вольта. И таким образом, даже в слабенький ветер, особенно это актуально осенью и зимой, потому что практически мое все лето ветрогенератор не работает сейчас. Он работает только зимой. Фактически, когда очень мало солнечного света. Обычно тогда ветер сильный. Вот, включаю и могу подзарядить аккумулятор хотя бы немного. Освещение у меня организовано вот таким вот образом. Это разбитые ЖК-панели от ноутбуков, то есть экраны, так скажем. Света, как видите, достаточно. Вот. Дальше у меня организован здесь вот пульт. Вот, если посмотреть. Вот, если посмотреть, то видно, что сейчас идет заряд в пол ампера. Вот напряжение на аккумуляторе 14,2 вольта. Провода из солнечной батареи я тоже завел вот в этот контроллер. И тоже скидывает на балласт. То есть актуально очень зимой, лишних около 100-150 ватт лишними не бывают. Они, когда аккумулятор зарядился, они выпускают их в тепло. Сейчас тоже балласт работает. Вот слышно, как шипит. Горячий он. Вот, все-таки 6 ампер идет на него. Вот. Здесь я могу включать-выключать свет. Вот у меня гребенка. Свет у меня подведен и домой, на кухне, и в туалете работает. Надо еще на комнаты подтянуть. Это все хозяйство у меня работает на 100 амперный аккумулятор. То есть 220 я не делаю солнечной батареи. Это просто у меня на освещение. То есть зайдя в любую комнату, я включаю свет. И вот, как видите, света достаточно, чтобы работать. Очень удобно. Особенно, когда свет отключают. Вроде бы вот все вроде по альтернативной энергетике, что я хотел рассказать. В следующем видео, я думаю, когда я буду разбирать ветрогенератор, я еще расскажу, как переделать ЖК-панели, вот такие. Это 15,6 дюйма, под освещение. Светят они обалденно. Они у меня во всех комнатах, как видите, стоят. Вот такие вот дела. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.